Здравствуйте, Перегородской, меня зовут Даша, я вас слушаю. Да, конечно. Да, вы можете мне рассказать о своей проблеме, я передам ее корреспонденту. Да, спасибо вам большое за звоночек, я передам эту информацию. До свидания. Вначале было слово. Ежедневно наш координатор принимает десятки звонков. Люди звонят по разным причинам. Кто-то хочет помощи, кто-то приглашает на съемку какого-либо события, ну а кто-то просто поговорить и рассказать о своих проблемах. Бывает по-разному. И каждого выслушивают наши координаторы. В течение дня звонят много людей, около 30, плюс-минус. Точное количество сказать не могу. В основном это бабушки, дедушки, которые хотят помощи просят, решение их проблем. Есть люди, которые звонят, фанаты нашего канала. Они звонят и говорят, спасибо за то, что вы есть, вы показываете хороший сюжет, им нам так нравится вас смотреть. На улицах города мы каждый день мониторим общественные настроения. В передаче «Открытая трибуна» наша Анна Доценко спрашивает у жителей и гостей Кривого Рога их мнение относительно самых значительных событий. Часто люди рассказывают о том, что впоследствии вы видите на экране. Часто мне попадаются общительные люди, интересные, которые отвечают с большим энтузиазмом. Но, тем не менее, я хочу заметить, что все-таки большинство людей Кривого Рога немножечко замкнуты. И они воспринимают камеру и микрофон как что-то из ряда вон выходящее. И я часто слышу такое высказывание, как «мое мнение ничего не изменит». Но это неправда. Нужно всегда не бояться его высказывать. И я хочу призвать криворожан, чтобы они были более раскрепощенные и не боялись микрофона и камеры. Будучи современным телеканалом, мы показываем нашим зрителям только то, что им точно будет интересно. Криминал и коммуналка, сессии горсовета, городские праздники и фестивали, хорошие и не очень новости. Все это каждый день составляет канву городских новостей, которые вы видите вечером на экранах своих телевизоров. Все видеоматериалы в эфире – результат слаженной работы команды Первого городского. Финальный штрих в создании репортажа принадлежит режиссерам видеомонтажа. Именно они воплощают в жизнь все идеи и пожелания корреспондентов канала. Ответственность на режиссера монтажа ложится очень большая, так как мы конечные руки всего сюжета, всей передачи и всего информационного инфоповода, так сказать. Поэтому мы понимаем, что все, что будет сделано нами, выйдет в прямой эфир и будет попадать на национальные каналы. Поэтому мы стараемся, чтобы было все идеально, начиная от звука, картинки. Наш телеканал и жизнь города неразрывно связаны между собой множеством невидимых нитей. Для вас мы показываем все события Кривого Рога так, как это есть на самом деле. Без купюр и украшений, только факты и пища для размышлений. Нашему телеканалу исполняется 2 года. Это одновременно много и в то же время малый отрезок времени. Мы не стоим на месте и постоянно идем вперед, чтобы вы, наши дорогие зрители, всегда могли увидеть самые актуальные новости на главном телеканале Кривбаса. До встречи на улицах города и в эфире. Александр Фифилатьев, Дмитрий Микрюков, Олег Никитин, Вячеслав Бескаравайный и вся команда Первого городского.